Яшик. Яш, дай покатай. Вот так мы с Саней убираемся. Чё? А зачем? Ну давай уже. Кизя, вы чё так? Именно ну клоун. Клоунада. Клоунада. Генерально у нас сегодня. Давай следующим. Как вы думаете? В Европу идем, да? Да. О, друзья, чем хорошо плиточка в рышточках? Тем, что скользко очень и запаха нету из самих рышточков. И хорошо убирать. Плитка есть плитка все равно. И я помню, когда вот тут сделал плитку, много было комментариев. На второй, на третий день, на второй, на третий день плитку подгрызают, подпадают. Ну вот, уже сколько, скоро год. Вся плитка целая. Ни одной не отгрызли. Хотя вот здесь, допустим, можно было вот где края, ну там зубами уцепиться как-то. Все на месте. А то мне там дизлайк за плитку. На второй день она полетит у тебя, ты даже не соображаешь, что ты делаешь. И сейчас много кто так же делает, как у меня. Плиточкой метр проложил, но у меня тут больше. И все, и забыл. Вот так водой намочил, промыл. Ну, я стараюсь это делать, когда свободные клетки. Или меняю их местами, чтобы освободить клетку, вымыл и потом запускаю. Не так, что она там свинюха, а я буду в порядке наводить. Ну так мы с Саней, это первый сарай, пойдем дальше. И так по нарастающей, дальше, дальше, дальше. И еще спрашивали, даю ли я кабачки. Даю, Саня, раскинь, всем кроме свиноматки. Кроме свиноматки. Саня еще у нас не знает, где свиноматка. Поэтому... Да. Вот как ты яблоки грызешь, а так они грызут. Это не сильно любит кабачки. Не, а та любит, а и каштан любит. Что груша? Грушка. А этот уже... А та, видишь, та не сильно, да? Угу. Та не, наоборот, надо туда, она скачет и упадет сюда. Да? Лубнушка. Все, пошли дальше. Поросят покажу. Поросятки. Наши бусики. О, отдыхай. А тут кнопка именно, кнопка, свинка, самая маленькая. А, вон, оп, выбила. О, маленькая. Кнопка. Семимесячная. Семимесячная, да. Также у нас спрашивали вчера, когда вышел ролик про забой. Не Яшу вы хоть завалили? Нет, Яша жив, здоров, все с ним нормально. Сейчас будем у Яши убирать, Яшу выпустим. Пускай побегает, чуть-чуть порезвится. Давай, Яшка, гульки. Давай на выход, пошли. Давай, Яшулька, пошли на выход. Тоже линяет, половина полиняла, половина еще нет. Все равно, да? Яшенька.
А ну, сам сними, я возле него встану. Давай. А так, Яшка, хорош. У нас как раз Маша должна загулять, пускай он ее чуть-чуть... Обнюхает, да? Ну да, может, она загуляла. Ну да, ему надо обнюхать, чтобы жжек. Я шо? Давай, чё, на выход. Пошли. Ну, давай на выход. Сейчас... Машу высмакали, маленькой стала. И сейчас там прям на выходе. Вот, друзья, смотрите, Маша своих у вольере узнала. И они сразу узнали, да, ее. Да, и они тоже узнали. Ты что именно животинка? Вода чистенькая, да, все нормально. Не спит, Саня. Так, а Машка что у нас? Не, она такой, как сами загули. Ну, наверное, или сегодня будет уже уши, видишь? Вот это... Сейчас Яша ее, наверное, там прямо в сарае заделает. Да, она начинает гулять. Яшка. А все равно Яша, где вы бежите, да? Ну конечно, загул. О, она стоит, видишь? Угу. Вот ей хвост задрала. Вот это сто пудов гуляет. Боря! Боря! Я дам сейчас. Я сейчас дам. О, видишь, вовремя как, Сань. А я думал завтра только пробовать. За ее на ночь, да? Да, закроем на ночь. Вот так, друзья, убираем мы у этих дюрков. Вот здесь к ним зайти практически нереально убрать. Они, то есть, начинают кусать, прыгать, бегать, но не дают. И вот так перегнали их сейчас сюда. А там, а тут убираем. И это у нас уже получается на сентябре начнем потихоньку делать забои дюрков. Вот этого, наверное, первого. У них уже более 100 килограмм. Ну, в сентябре, я думаю, начнем уже смотреть у дюрков, какое сало, мясо, сколько мяса, сколько сала, сколько мяса по выходу. Ну, то есть, вот так будем проверять. Смотри, что и так. То есть, предстоят большие забои. Ну, а мы вот тут вычищаем. Я отсюда поднимаю, Саня оттуда. И таким образом, грубо говоря, трудимся. И там вчера задавали вопросы по... Говорю вчера, ну, я видео выкидывал вчера. И по предыдущему видео, по забою, задавали вопрос, откуда ты знаешь, что 204 килограмма. То на машине мы ездили, взвешивали, просто было темно, я не снимал видео. И у человека во дворе, он говорит, не надо снимать. То есть я взвесил, мы взвесили ту свинью, 204 700. И вот ее привезли на прицепе назад и начали шмалить. Видео вы видели, как мы с прицепа выкинули ее. Мы ее взвешивали. Зачем я взвешивал? Взвешивал я ее... Для себя. И для себя зачем понять, а допустим, если в ней там плюс-минус 200 килограмм, ну в ней было 205 почти, сколько она выйдет мне по деньгам, ну я для себя, чтобы понимать на будущее. И также я прикинул голову, голова там 10 килограмм и там сколько-то грамм, то есть так и получается. Если голова 10 килограмм, значит свинье 200 килограмм. Если 7 килограмм голова, значит у свиньи 140 килограмм, если там 6 килограмм, значит 120, если 5, 100. То есть, ну я для себя как бы узнать многое. И так само вот мне в сарае, есть у меня, ага, на забой. Я померил рулеткой примерно, сколько-то вес, ага, значит я возьму сколько-то денег за это и все. Только для этого я делаю. Я не делаю
взвешивания показать вот такие большие. Не, я для себя, чтобы на будущее понимать. То есть таким образом я все больше и больше, больше принимаю для себя опыта. Что, Санек? Надогнуть тебя можно. Ну да, жарко. Аммиак! Да, вот это надо часто убирать. Вот в этой клетке мы постоянно убираем. Тут Машка была, Машка сейчас уже с Яшкой. В одной клетке он ее еще ночью покроет, завтра покроет. А этих жевжиков уже можно потихоньку начинать, будем пускать на забой. Пока этих у меня вот тут за перегородкой еще на подходе, там тоже дюрки. То есть дюрки пойдут. Так, ну вот, вроде бы так чуть-чуть подсохло. Все, тут порядок навели. Еще вытяжку дополнительную выбили. Все, будем их запускать назад. Давай. Домой. Давай. Давай. До дома. О, давай. О, давай, следующий. Давай ты. Вредина. Ну. Давай. Сюда. Все. Чистота. Порядок у вас. Хавчик надо сейчас им сделать. Ну вот. Все, им более теперь просторно. Полы чистые. Ну, будем пытаться убирать чаще, так как дают, не дают. Убирать будем все равно пытаться убирать. Потому что нам удохали с этим слоем, который они натоптали, там находили. Все, Саня, они тут уже. Красота, да? Вот тут кабанчик самый, да, вот это кабанчик самый такой большой. Тут три свинки, это кабанчик, он первый пойдет на забой, кастрированный. Ну а потом тех, ну пускай еще подрастут. И тоже будем делать харакири. Вот так день сегодня прошел. Все, теперь вот эту клетку будем тоже порядок наводить, побелим и Машку сюда запустим. Машку Яша уже не один раз покрыл сегодня. И только что тоже крыл вот вечер сейчас. Поэтому все нормально, запишу день. И будем ожидать, загуляет, не загуляет, и будет опорос. Все, всем пока, удачи!